Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Эван, и мы продолжаем играть на сервере Смотра Антуан номер 3. И знаете, почему я такой грустный? Потому что я только что записал видос, оказывается, не нажал клавишу «Запустить». Я просто победитель по жизни, я просто сейчас пойду и солью еще 2 миллиона. Как вы поняли по названию ролика, это социальный эксперимент. В каком казино выпадет больше денег, а в каком меньше. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Короче, пацаны, только что я слил 1,3 миллиона. Я вам даже покажу, мне выпало больше. Вот. Мне ничего не выпадало, мне выпадало максимум 75 тысяч рублей, и то в ЛС. Вы понимаете, да? Я только что приехал в СФ, после такого... снял деньги с бизнеса, там, 700 с чем-то тысяч, снял где-то меньше. Есть в чате, можете посмотреть. Вот. С учетом комиссии вы получили 756 тысяч рублей. Это с бизнеса на 30 тысяч рублей. Если что, я его продаю. Там за 5,5 бизнес 30 тысяч. Кому надо, напишите мне, пожалуйста, комментарий. Вот. А я ханулся, потому что давно не записывал в серии. Можно сказать, у меня был творческий кризис. Я, во-первых, не хотел ничего записывать. Во-вторых, не было ничего записывать. В-третьих, вообще не хотел играть. А в-четвертых, просто обидно было за последний видос, за типа за клип, который я проспорил. Это было, можно так сказать, шутка. Я, если бы это не шутка была, это было бы намного круче сделано по тексту и по звучанию, и по всему. Но это было просто наспорт сделано. Я думал, вы просто угорнете там чисто по приколу. Вот даже я скинул его официальному создателю сервера Смотра, Александру, ну, прототайпиксу, кто знает, вот. Он мне написал, что просто угорнул. Я, может, сейчас переключу, да, скриншоты отправлю. Вот. Это было просто интересно, смешно. Вы мне что-то дизлайков натыкали, вообще, не понимаю. Короче, мне очень стало после этого видоса обидно, я ничего не хотел записывать, вот. Сейчас я думал, блин, было у меня 2 с чем-то лимона, думаю, сейчас заснимлю видос и пойду, ага, фигушки. В итоге... сейчас пойду просто всру еще раз. На гелике пробег 13,5, да. Продал я домик свой на одно место за 1,6, слил деньги в казино. Теперь из-за просто то, что, можно так сказать, не запустил запись, мы опять приехали сюда. Также хотел передать привет легионеру, который купил мне дом, Мопсу и Ларину. Ну что, пацаны, по 10 попыток там и там вместе 2 миллиона. Не переживайте, что у меня лям 975 было. Это сейчас наберется деньги и будет все нормально. Первая попытка пошла, сейчас вторая. Ну понятно, по 20 тысяч, сейчас третья. Давайте. Я надеюсь, хотя бы со второго раза записи я хотя бы что-то. Четвертая попыточка. Ах, ясно, понятно. Пятое. Понятно. Просто, как мне выпало с третьего раза тогда, кто не видел? Когда я покупал BMW M3 Most Wanted, может, я сейчас поставлю скриншот или где-то в напоминалке. Просто с третьего раза. 5 лимонов. И один раз у меня было с первого раза лимон. Это ж капец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И последняя попытка. 50 тысяч. Окей, раз, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, да. 40, 140, 160, 260, 300, 260, 280, 380 тысяч я заработал, можно так сказать, в ЛС. Теперь мы отправляемся в УВА и сливаем еще 1 миллион. Как же интересно просто играть. И ранее выпадает. Также хотел сказать, пацаны, что я ищу... Ларин обиделся. Да, кстати, Ларину спасибо, он мне вроде приору подарил. Очень давно, но я что-то забыл сказать или сказал. Так что еще раз спасибо, вроде. И также спасибо Никотину, он тоже мне очень давно давал еще 500 тысяч, это еще когда я в клане был, но сейчас я не в клане, благодаря одному человечку, не хочу его назвать, короче, имя.
Ну я ничего, просто прокачал себе 15 уровень. Я вслил что-то полтора или два лимона, просто на уровень. Стоит это или нет, я думаю, нет. Мироша, тоже знакомый пацан, ему привет. Аэродроп, можно узнать, где аэродроп падает? А, вон, вижу. И, тем более, первая попытка 50 тысяч. Вы не представляете, но у меня в предыдущем, ну, а-ля ролике, который был должен был выйти. Также, в ЛВ выпало 20-20, потом в ЛС выпало 50-50, а сейчас наоборот. Чё за фигня? Уже четвертая попытка, давай еще 50. Конечно, 200 тысяч, австрал 400. Нормальное казино. Ага, все по 50, по 50. 50, 100 тысяч, 200, 70, спасибо. Это какая попытка, то я что-то забываю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7... Понял. Восьмая, давай. Восьмая летит. Ага, девятая. Ага, десятая, можно, да? Понял. И здесь я получил 120, 140, 240, 340. 440. Здесь я заработал больше. Но в предыдущем ролике, который не записался благодаря мне, я здесь заработал больше, а в ЛС, здесь меньше, в ЛС больше. Сейчас наоборот. Ладно, пацаны, давайте уже добьем этот мой баланс. Я надеюсь, мне хотя бы что-то выпадет. Пожалуйста, хотя бы. Я слил уже сюда 4 лимона сегодня. Ну это, конечно, вообще неразумно. Ну что, да. Я мог сейчас пойти себе купить какой-то корс, даже, блин, купить вот тот же X5 и поставить диски. Может остановиться, пока не поздно. Блин, дайте хотя бы 500 тысяч, я уйду, пацаны. Мне даже ни разу 130 не выпало, вы понимаете, ни разу. Да, я просто вспоминаю, как я раз на первом сервере, еще в начале где-то канала, открывал... тоже кейсы, и у меня нихера не выпало просто. Благодарочка. 55 тысяч, и я слил... Сколько я слил? Можно сказать, 4 лимона. Благодарю казино, пацаны, казино зло. Но сейчас будет самое обидное то, что... Да, я хотя бы запись рубил, думаю, сейчас еще раз, третий раз, не, уже не будет. Самое обидное то, что сейчас придет какой-то пацан, просто раз крутанет, ему выпадет лимон, пол... 5 или 15, потому что я туда уже бабок вкинул, а какая система казино, это вкидываешь бабки, а потом выдает рандомно приз. Вот. Ну, типа, так мы думаем. Да, РС-ка. Вот я бы РС-ку купил, но она не валит, к сожалению. 330 или 340, мне писали пацаны. Давайте хоть на 55 тысяч я... Штрафы я плачу, и там еще бензин залью. Короче, итог данной серии таков, что лучше не играйте в казино, лучше, не знаю, что с ними сделаете, но не играйте. Просто оставьте на проценты, забудьтесь про них, вот. Ну а с вами был Эван, я надеюсь, вам понравился данный видос. Давайте 25 лайков, и выйдет следующий видос. Да, поставьте хотя бы лайкос из-за того, что я просто вставил 4 лимона на казино. Все равно уже было интересно, выпадет мне какой-то приз или нет. Всем удачи, пацаны, и всем пока.